Так, самодельная печка и стиральной машиной. Готовится рагу весеннее, осеннее. Нет, попозже. Лук, арбуз, картошка. Морковь. Вот. Болгарский перец, томат. Будет? Такой народный рецепт у нас. На фестивале песни. Можно творог. Я так понимаю, сюда можно все. Нет, ну не все. А что нельзя? Надо вторую половину, да? Ты что, ты что, Выбрал, наверное, у нас много здесь, поэтому объем блюда увеличится. Не пикает его, надо поменьше. Спасибо за смех, кстати. Ну что, сделаем вторую. Остановился, у нас же прожектор, но он вон там вроде стоит. Надо было чуть-чуть вторую делать. А, я хотела спросить, вы получаете просто на пару, да, как бы? Мы сейчас крышкой все накроем. Вот там получаются дырочки. Блин. Главное не перебавить помидоры, они кислые, их надо чуть-чуть совсем. Кислые помидоры? Да. Я ложу вначале и потом. Я его ношу. Можно, да, вот там. Снимай. Кстати, ой! Красиво! Мы лучшие! Давайте сохраним этот огонек до следующей встречи, как минимум. А лучше навсегда. Пусть этот огонек всегда горит в наших сердцах. И каждый притягивается на этот свет. На свет огня, любви, радости, благости. Сгорел? Все, мой, все. Ура, ура, ура. Как быстро. Все быстро сгорает. А есть еще? Нет. О, самое последнее. Через середину огня кидайте. Какой они огонь? Они сгорят. Да. Ничего не остается? Да, кидаем середину огня. Самое объект. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. То есть вот больше слов никаких знать не надо. Иду всего и мою грусть, а вот припев он будет одинаковый. Итак, поехали.